А сейчас о том, чем удивляют иностранных футбольных болельщиков, ну и местных жителей, конечно же, мастера в Арзамасе. Арзамас, я напомню, очень удобен для футбольных болельщиков с точки зрения размещения. Оттуда можно быстро доехать и до стадиона в Саранске, и до Нижегородского стадиона. И, соответственно, там живет сейчас много футбольных болельщиков из разных стран мира. Так вот, в Арзамасе студенты местного арзамасского техникума уже целых 4 года строят точную копию Тауэрского моста в масштабе 1 к 12. На изготовление этой сложнейшей конструкции ушло около нескольких миллионов деталей. И вот сегодня, до этого мост стоял в цехах техникума, а сегодня первый раз всю эту сложнейшую конструкцию вынесли на улицу и провели пробный пуск. Наконец-то заканчивается почти 4-летняя работа мастеров и студентов техникума. Мост собран, и сегодня будет пробный пуск. Ну, сейчас идет доводка уже, где-то покраска, где-то подвариваем какие-то элементы, но в целом он уже готов. В чем здесь изюм? Как бы то, что здесь все делали студенты, все делали своими руками, все рассчитывали, и здесь очень все точно сделано, и в масштабе 12 к 1. То есть очень здорово все похоже на оригинальный мост. Стоящий. Вот сборка мелких деталей. Из мелких деталей собирать такие рисунки, такую красоту, самое сложное было. Вот, например, вот эти две детальки. Вот это все вырезаешь, потом все это прихватываешь, все меряешь, как бы. Вот, даже вот эти вот. Все тоже вырезаешь под размер. Одно отклонение, и как бы заново начинаешь. Пробный развод моста, крыльев моста. Готовы? Нужно что-то свое вложить, чтобы была какая-то память. Там вот. Проезжаешь мимо, смотришь, как бы вот я своими руками сделал, какая-то гордость. Мы хотели показать то, что мы можем многое. То есть не просто так учимся. И что все знали, что в России замечательные мастера еще не перевелись. Посмотреть на новую достопримечательность Арзамаса приходят и иностранные гости, в основном болельщики. Вот сейчас, например, португальские. На это. На это. Лондон, Лондон и ваша, а? Мост. Роналду. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.